Необыкновенно, сказочно. Первое впечатление от работ Николая Пластова, заслуженного художника России. Практически все они переносят нас в окрестности Преслонихи. Позволяют заглянуть в дом, где у Николая Николаевича прошло детство, когда рука деда вела его кисть. Потом юность, когда он вместе с отцом работал над восстановлением Богоявленского храма. И сейчас большую часть года художник проводит в Преслонихи, где сохраняет творческое наследие Аркадия Александровича. Творит и опять возрождает храм. Более 30 работ живописцы впервые представлены в Ульяновском музее Пластова. Персональная выставка «Времена года» посвящена юбилею Николая Николаевича. Николай Николаевич является, безусловно, не только хранителем наследия Пластова, но и выдающимся художником. Конечно, в связи с открытием этой выставкой нам хочется поздравить Николая Николаевича Пластова с его юбилеем и с открытием персональной выставки в музее Аркадия Пластова. Мы надеемся на теплое сотрудничество и желаем Николаю Николаевичу больших успехов. В экспозиции много свежих работ, написанных в Преслонихе в ноябре этого года. Это отметил ульяновский художник, лауреат Пластовской премии, куратор пленэров «Мир на кончике кисти» Ирик Нурдинов. Он сказал много теплых слов о Николае Пластове, с которым часто видится в Преслонихе. Дело в том, что вот знаком это давно, но работы я его не видел. Он такой скромный, редко показывает своих работ. Тем более здесь, у нас, в Ульяновске, не было ни одной выставки его. Я хочу, конечно же, его поздравить. А юбилей 65 лет. Молодец. Пусть также отрудится таких же творческих успехов. А ему здоровье самое главное. Наше время сейчас самое главное – здоровье. Да, семье благополучие, счастье. Экспозиция дает возможность жителям и гостям города открыть для себя творчество художника-семидесятника, продолжателя реалистических традиций отечественного искусства, выдающегося человека, профессионала своего дела, одного из создателей музея Пластова. Как сказали организаторы выставки, к концу декабря экспозиция будет дополнена другими работами художника. В полноформатном объеме ее можно будет посмотреть в новом 2022 году до конца февраля. Ирина Андонова, Александр Кудряшов, Управда ТВ.